Reconnaissance. Sensors indicate there's cargo somewhere nearby. And since cargo equals flies, I suggest you land and investigate the area. Всем привет! С вами снова я, Иван Сусанин, и мы начинаем игру-платформер под названием Fly Hunter Origins. Так, посмотрим, что мы можем делать. Мы будем бегать с вот этой метелкой и колбасить всех, кто нам попадется. Где мы находимся? Мы находимся... Так, вот это я собираю опыт. Мне кажется, это опыт. И вот эта вот вверху зеленая отметка, вот эта, она как раз повышает мой уровень опыта. Это платформер, который, в общем-то, по-моему, насколько я понимаю, выпущен для Android. Но мы сегодня немножко поиграем, может быть, не только сегодня, может быть, я сыграю несколько серий. Как получится? В общем-то, на первый взгляд, я вообще люблю такие игры. Еще с древних времен. И поэтому, воу, сегодня мы будем, вау, класс. Немножко, наверное, знакомиться с этой новенькой игрушкой. Так, посмотрим. Так. Он меня сканирует. Он делает из меня клонов, по-любому. Смотрите. Опс, когда меня сожрало вот это растение. Я могу склонировать себя. Когда меня... Вау, украл вот этот паук. Я тоже могу себя склонировать. О, когда по мне проехала вот эта штука, я себя тоже могу склонировать. Клон? Клона? Опс. Вперед. А вот это точка сохранения, короче. Так, я не хочу вот эту штуку прыгать. Да. Я думаю, так. Так. Хорошо, двойной прыжок. Отлично. Я профессионал. Отлично, класс. Оу. Вау. Мой ракетный ранец мне поможет. Насколько я понимаю. Смотрите, это горшки. Это цветочные горшки. Простые цветочные горшки. То есть я очень маленький. И прибыл на эту планету, чтобы... Меню? Нет. Back. Так. Это я только левой клавишей мыши могу фигачить его. А средней клавиша? Нет, не работает. Хорошо. Смотрите, вот это простой... Простая тля, по-любому. На тлю похоже, на самом деле. Если вы знаете, как выглядит тля. Вот это как раз она и есть. Йоу! А это кто? Вау. Ну, если честно, мне игра понравилась. Я думаю, я сыграю не одну серию в эту игру. Как вам? О, он ударил меня. А, короче, три вот этих вот отметки, это три моих жизни. Вау, это муравей. Это муравей. Так, это точка сохранения. Могу я повысить свой уровень как-то, нет? То есть, если я погибну, я начну именно отсюда. Муравей большой. Будем убивать? Давай. Да. Кровожадно, но... Удачно. А как повысить уровень? Как повысить уровень? Ну, другие клавиши не работают. Не знаю, как повысить уровень. Z и X клавиши тоже работают по принципу левой клавиши мыши. Точно так же. Оп. Кто там такой? Там кто-то мертвый? О, паук. А как мне... Короче, он меня может убить. Я хочу, знаете, что сделать? Попробовать... Ау! А, нет! Он меня убил! Падла! Сейчас будем пробовать его убрать. А как мы его убьем? Кто-то знает? А, он меня опять заловил! Бу-у-у.
Блин, что ж делать-то, а? Если бы я мог в него чем-то стрелять, блин, нифига, нифига, нифига. Сейчас мы их... Вау. Так, ну вот, если я его вот так вот... Нет, не попал. Не попал. А если я пробегу быстро? О, я пробежал, я пробежал. Мухобойка. Вау! Вот этой штукой я точно буду всех херачить прям. Все, вам всем хана, мухобойка. Упс. Так, первый эпизод прошел. 4 минуты 36 секунд. 49 из 50 жуков убил. Секретов найдено 0 из 0. Продолжим? Продолжим. Кстати, может быть, надо было себя улучшить, а? Еще один одноглазый. Опс. Ладно, пойдем второй уровень проходить. Наша очень сложная задача. Ну, я думаю, что вот этим, вот этой мухобойкой мы вообще фигачить будем за один удар всех их. Это нам вообще не конкуренты и не враги. Так, а вниз могу я спуститься как-нибудь? Опс. Куда? Куда? Эй! Это стакан? Это сломанный стакан! Точно! Точно в цель. А в стакане есть что-нибудь? Нет, больше ничего нету. И вперед. Воу. Это кекс. Мы залезли на кекс. А внизу есть что-нибудь? Блин, я не знаю, как лучше. Давайте попробуем. Воу. Похоже, мне не забраться будет. Воу, 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 воу. Подвод. Подземный секретный ход. Так, вот у нас точка сохранения. Давайте будем использовать ее. Так, здесь нам нужно успеть проскочить. Там еще муравей. На тебе! Точно, да. Еще один. А! На тебе! Труба? О, как тут низко. Как тут низко. Все, я собрал. Так, главное тут не тупить. На самом деле, оу! Еле убил. Еле убил, но я убил его. Я убил его! Опс. Похоже, проход как-то тут иначе надо. А как иначе сделать здесь? Как пройти этот участок? Вон туда надо. Я знаете как? Я знаю как. Вон, отпрыгивать надо, ну. Вот так вот отпрыгивать. Ау. Он зацепляется, прикольно. Не знаю, как вам эта игра? А мне эта игра, вау, прикалывает. Я упал, упал. Ой, нет, 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 падай туда. Ну давай, будем тренироваться больше. Именно. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Прыжки, прыжки, прыжки. Получше прыжки. Прыгай, 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 прыгай. Больно громко клавиши, клавиатуры клацают на самом деле. Ау. Так что надеюсь вас, так, не очень смущает это. Давай. Прыгай, прыгай, прыгай. Давай, дружок. Спасайся. На самом деле, блин, тут как-то тяжеловато.
Ну-ка. Во, залез, фу. С большим трудом. А как выше? Так, подожди. Если я с этой стороны залезу, будет нормально? Давай. Ай, я опять упал. Вау, фу. На самом деле очень сложно. Очень сложно, я напрягаюсь. Хватит меня напрягать, игра. Вау, как пройти? Ну вот, тут-то уже хорошо прыгаю, а. Вы заметили это, да? Я уже тут профессионал в этом месте. Ай, нет, не падай. Ну-ка. Нет. Ну что такое, а? Как пробраться сюда? Ну, второй уровень. Фу. Я что-то запарился. Так, ладно. Так, отпрыгивай. Вот так вот надо. Точно так же надо. Уметь надо. Чаще нажимай на клавишу. Так, ну вот, допустим, я в эту сторону прыгну. Короче, не смог. Не смог. Да что ж такое-то, а? Ну я туплю. Так, профессионализма мне не хватает, потому что я первый раз за сегодня зашел в эту игру и... Будем тренироваться больше будем тренироваться. Я не знаю, как вам, а игра мне нравится. Вау. Я вам повторяю об этом вновь и вновь, потому что прикольно. Я люблю такие игры. Платформеры подобного рода, в которых нужно попариться. Ну, как-то парюсь я тут вообще очень сильно парюсь. Запарился уже париться. Так, ладно. Захватись уже. Как пройти вот этот участок? Блин, вот надо вон туда как-то выше подпрыгнуть. Вон до туда вон. Проблема. Кстати, надо... Короче, надо нажимать эту. Вау. Пробел все время надо нажимать. Я не знаю, может, для андроида будет... Во, есть, залез! Я сделал это. Отлично. Ну все, ну наконец-то. Господи ты, боже мой. На тебе. Вот здесь я сохранюсь. А здесь проход? Нету прохода. О, вот это сложность, а. Вы видели, как это сложно, а? Так, а если я с разбегу? Да, я справился! Нет. Я чуть не пал. Фу, вот это кипиш. Цветочки, растеница. Нет, не падай. Не падай. Так, тут надо, короче, очень быстро это все делать. Насколько я понял. А, перепрыгнул, прикинь! Вау! А дальше куда? Вниз? Есть! Я сделал это, ребят! Бам! Бабах! Все, я забрал это растенице. И теперь можно вниз спускаться. Иди сюда, жук! Все классно. Все отлично. О, сквозь листики! Я могу сквозь листики залазить, а слазить, к сожалению, не могу. Прикольно. Я упал. Там что-то было. По-любому там что-то было. Не зря же там такой переход есть. Вон, там он.
Точно! Давай, убьем этого мураша! Бах! Класс. И дальше. Это что такое? Мы что-то нашли. Секрет! Это первый секрет, который я нашел в игре. Просто круто. Насколько я понимаю, я уровень уже прошел. Но мне осталось только дойти до финиша. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Чуть не упал, прикинь, чуть не упал. Я чуть не упал. Фу-фу-фу, мне страшно. Мне страшно. Класс, 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 класс. Вау. По низу. Эй! Муравей. По низу. На тебе, на! О, он дерется! Гад. Так, а тут что у нас? Летающие грибы. Ну, не летающие, они как раз находятся. А если бы я поверху прошел? Я, кстати, еще могу поверху пройти. Еще не вечер! Еще не вечер! На тебе, на! Блин, тут-то будет тяжело. Ладно, давайте попробуем своими прыжками зафигачиться. А, нет. Блин, сколько он меня смотало. Ай, нет, да что? О, что такое, господа, что такое, господа? Не везет. Ой. Фух, так, ладно, еще раз. Сосредоточились. Расслабились и... Есть! Получилось! Подождем. На тебе! На! Ей! Класс! Так, нужно успевать. Успевать. Сразбегу! О, да, успел. Я успел. Отлично! Вау! Новая точка сохранения. Клоновый. Так, я туда не заберусь? Нет, наверное, все-таки нет. А сюда тоже, кстати, можно забраться. Там есть... Ух! Вкусности. Очки это дает, интересно, нет? Наверное, все-таки дает. Так, ну что, когда кончится уже уровень? Я уже устал. Устал. Дайте мне закончить эту игру. Вау. Сегодня. Ну! Ей! Вау, нифига себе, я профессионал. Вы смотрите, как я летаю. Вау, круто. Вам бы так. А? Отлично. О, это кто? Это муха. Муха. У меня мухобой, как тебе? О, опс. Это... Так, чтобы не драться. А, все. Короче, второй уровень закончили. 1 из 1 секретов нашел. 90 из 100 животных я уничтожил. А я могу апгрейдиться? О, могу, прикинь. Я могу апгрейдиться. Туф, это такая крутая. Туф, вау. Смотри. А если я... Вау, круто. О, у меня есть пушка. Офигительная пушка. Марк 1. Марк 1, пушка. Мурка, Марк 2. Крутая пушка. Блин, я не могу ее себе позволить. Третья. Не хватает у меня немножко. Ладно. Продолжим. Итак, ну вот, все. Мы закончили вторую раунд, а третью начнем уже в следующей серии. Подписывайтесь на канал, ставьте свои лайки. Всего доброго. Пока, ребят.